Добрый день, уважаемые дамы и господа, а также товарищи. Работаем, братья и сестры. Вашему вниманию предлагается интереснейший вариант земельного участка в дачном поселке Бобковское Раздолье. Земельного участка 10 соток. В собственности отмежован Киржачский район, Владимирская область. 120-125, может быть 130 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому шоссе. Кипревское сельское поселение. Дачный поселок находится в окружении леса. Новое электрохозяйство. Интернет, пожалуйста. Автоматические ворота. Места для прогулок на лыжах, пеших прогулок. По карте посмотрите водоемы различные тут. Ну и, значит, давайте к нашему участку пройдемся. Ну и, собственно, вот он, наш земельный участок, 10 соток, в собственности, отмежован, границы уточнены, электричество по границе. Значит, по поводу подключения электричества, членских взносов, информация будет в тексте объявления. Соседний домик у нас вот тут такой небольшой, на соседнем участке имеется. И, значит, повторюсь, в дачном поселке, если говорил, повторюсь, если не говорил, не повторюсь. Значит, Бобковское Раздолье, имеются владельцы домов, дач, проживающие круглогодично. Земельный участок 10 соток и, внимание, возможно приобрести соседний земельный участок 10 соток, смежный, вот этот вот. В основном участочек у нас, за исключением вот этой красивой сосенки, значит, ровный, сухой, пустой и выход в лес. Это важно, это очень важно. Земля – это здоровье, это счастье, если правильно использовать земельный участок, дачу, дом в деревне. То есть правильно использовать. Ну, каждый под этим понимает что-то свое. 125 километров от МКАД по Ярославскому шоссе, земельный участок, 10 соток с электричеством по границе, дачный поселок Бобковское Раздолье. Красота, тишина, чистый воздух. Готовь сани летом, телегу зимой. Прекрасный вариант для здорового, счастливого, бодрого отдыха. Люблю природу, люблю любые места. Земля, где лес, водоемы. 10 соток. В собственности отмежованы дачный поселок Бобковское Раздолье, Киржачский район, Владимирская область, Кипрское сельское поселение. Вот он у нас с вами. По кадастровому номеру посмотрите его конфигурацию и, возможно, приобретение соседнего участка, вот этого вот, 10 соток, который немножко подзарос. Слегка, я бы так сказал, березками и другими породами деревьев. То есть, возможно, приобретение как вот этого участка, так двух участков вместе, так и вот этого участка. Но данное видео конкретно предназначено для 10 соток с выходом в лес. В дачном поселке Бобковское Раздолье. Ну что же, хочется отметить, что приобретайте земельные участки, дачи, дома. Ну, это, еще раз повторюсь, счастье и здоровье при правильном использовании. Оказываем услуги в сфере электрификации, газификации объектов недвижимости. Основной вид деятельности, естественно, это полный спектр услуг в сфере недвижимости. Больше вариантов загородной и городской недвижимости на нашем сайте anzl.ru, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия», и на наших телеграм и ютуб.